А давай ей еще что-нибудь сошьем. Например, спортивный костюм. Игорь. Майя, привет. Привет. А ты, наверное, Тася. Рад с тобой познакомиться. Майя очень много про тебя рассказывала. Ты почему не на реабилитации? Процедуру на сегодня отменили. Доктор симпозиум. А это Олег. Мы с ним вместе проходим курс лечения. А это Майя, моя жена. Очень приятно. Мне пора. Был рад познакомиться. Увидимся. То есть это Игорь, мой друг. Тогда почему он сказал, что ты его жена? И ты жена моего папы. Ой, я вспомнил, у меня же очень важное дело. Пока, ребенок. Я домой. Ну что, куда пойдем? Я хочу на качели. Тасенька, ну что с тобой такое? Можно я тебе признаюсь? Конечно. Мама привезла меня к тете Рите, а сама куда-то уехала. Потом, когда она вернулась, они с тетей Ритой так ругались. И тетя Рита еще кричала, что сейчас поедет в аэропорт встречать папу и все ему расскажет про Филиппа. Они при тебе ругались? Они тебя видели? Нет. Я сзади стояла, они меня не видели. Мама сначала тетю Риту не пускала. Просила, чтобы она ничего не говорила папе. Потом мама упала с лестницы. Но она же не могла сама упасть. Тише, тише. Собрала я его чемодан и прогнала. Раньше я все терпела, терпела из-за ребенка, а потом думаю, а какой вырастет у меня Илюха, если он вот это все видит? Ну, правильно. Молодец. Не сомневайся. Я и не сомневаюсь. Дышать даже легче сегодня стало. В нашем городе поверишь. Произошла серьезная авария. По имеющимся данным, мужчина, находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением и вылетел с дороги. Слышь, Май. Майка. Алло. Произошло возгорание автомобиля. Алло. Водитель погиб на месте. В ходе дальнейшего расследования установлено, что транспортное средство принадлежит известному бизнесмену Петру Соколову. Определяется причина возгорания. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех подробностей этого инцидента. Да тут, похоже, само возгорание. А в чем причина? Взрывное устройство, да? Не похоже. Нет характерных повреждений. Экспертиза покажет. Не повезло парню. Абонент недоступен. Неужели он погиб? Пожалуйста, давай быстрее. Я должна быть рядом с Тасей сейчас. Малыш, мы почти приехали. Держись. Спасибо, что ты со мной поехал. Конечно, как я мог поступить иначе? Ты же в таком состоянии. Вот здесь, этот дом. Хорошо, что ты жив. Я очень волновалась. А кто погиб? Антон, мой водитель. Какой ужас. А что они говорят? Ты там был? Да, был. Ничего не понятно. Сказали, что сообщат после экспертизы. Это твой риэлтор? Игорь.
Рад, что все обошлось. Вам очень повезло. Спасибо. Мне нужно уже бежать к доктору. Не переживай, я даю на такси. Счастливо. Пока. Он выглядит довольно здоровым. Быстро идет на поправку. Рад, что у вас все хорошо. Надеюсь, ты счастлива. Петь, нам надо поговорить. Сейчас не самый лучший момент. Петь, это очень важный вопрос. Я верю Тасе. Там что-то не так. Не зря же она избегала Риту. Разве она ведь ничего не помнила? Мне кажется, в подсознании у Таси отложилось, что Рита как-то связана со смертью матери. Сейчас она это вспомнила. А там речь шла о каком-то Филиппе. Да. Ты его знаешь? Катя ходила в салон к Рите. Там был массажист Филипп. Редкое имя, я запомнил. Петя, это нельзя так оставлять. Да, я с этим разберусь. Я так рада тебя видеть. Чай, кофе, что-нибудь хочешь? Да. Я хочу знать правду о смерти Кати. Ну, ты же все знаешь. Тася все вспомнила. Не понимаю, что она могла вспомнить? Она вспомнила, что Катю убила ты. Ты с ума сошел? Тася просто все выдумала. Только я не понимаю, зачем ей это нужно? Ну да, конечно. Полиции маленькой девочки вряд ли кто-то поверит. А вот показания Филиппа уже кое-что. Сразу станет понятно, по каким причинам ты убила Катю. Подожди, ты что, поверил Филиппу? Зачем ему врать? Да я его уволила недавно, и мстит, наверное, мне. В общем, так, у тебя есть два варианта. Либо ты сейчас же все рассказываешь мне, либо ты все рассказываешь в полиции. Я не убивала Катю. Я клянусь, я не убивала ее! До встречи в полиции. Петя, подожди. Подожди, я все расскажу. Петя, я люблю тебя. Люблю с той самой минуты, как Катя нас познакомила. Ваши коктейли. Могу забрать? Угу. Приятного отдыха. Мы с Петей все больше отдаляемся друг от друга. Я его почти не вижу. Не хотела тебе, конечно, говорить, но... Что «но»? Да я пару дней назад машину Петра видела. Подошла, хотела поздороваться. А он там со своей секретаршей. Сама понимаешь, чем занимались. Я подозревала, что у Пети кто-то есть, но... Я гнала от себя эту мысль. И что же мне делать? Кать, что можно делать в такой ситуации? Ну, разводиться, конечно. Не прощать же. Нет, я не буду разводиться. Я все еще люблю его. И ради Таси не хочу. Не хочешь разводиться? Заведи себе любовника. Это мерзко. Мстить таким образом. Слушай, ну, хорошо отдохнуть-то и расслабиться тебе ж точно ничего не может помешать? Заняться собой. Я не знаю. Может быть. Да нет, не может быть, а точно. Короче, пройдешь курс у моего массажиста. У него волшебные руки. А главное – энергетика.
Вы хотите, чтобы я переспал с вашей сестрой? А я что-то неясно сказала? Ладно, не вопрос. Но учти, Катя не такая, как твоя клубная девица. С ней не все так просто. С Катей нужно действовать тонко, нужно разговаривать, ну, а потом включить твою знаменитую энергетику. Понял. Включим. Если все пройдет хорошо, получишь еще столько же. И не забудь про фотоотчет. Договорились. Маргарита Павловна, а можно вопрос? За что вы так не любите свою сестру? Я ее люблю. Но мужа ее я люблю больше. Филипп прислал мне фотоотчет, и я доплатила ему. Он удачно справился с моим поручением. В этом деле он мастер. Пойдем. Да. Да, я все знаю про тебя с Филиппом. И сейчас я пойду в аэропорт. Петр как раз прилетает через час. Все ему расскажу и покажу вот это. Этого он тебе точно никогда не простит. Рит, ты этого не сделаешь. Еще как сделаю. Ты ему не пара. А мы с Петром будем счастливы. Ты специально все это подстроила. И про то, что он не изменяет долгова. Ты специально подсунул мне этого Филиппа. Да как же ты могла? Ты ведь моя сестра, это же подло. Неужели? Ты хочешь сказать, что это я уложила тебя к нему в кровать? Не сама ты под него легла? Рита, я умоляю тебя, пожалуйста, не надо. Поздно. Раньше надо было думать. А теперь он все узнает. Пусти меня. Уйди с дороги! Умоляю, прости меня. Мне очень жаль, что так вышло. Я не хотела, чтобы Катя погибла. Тебе жаль? Смешно. Ты думаешь, этого достаточно? Ты все равно виновата в смерти Кати. Но я уже наказана. Хорошо. Я ничего не буду предпринимать. Только если ты немедленно уедешь из города. И исчезнешь из моей жизни. Ты согласна на эти условия? Если ты еще хоть раз появишься, я сразу сдам тебя в полицию. Ну, ты так не спеши. Я не спешу. Игорь! Я сейчас. Здравствуй. Я тебе руку подам, когда ты мне долг вернешь.
А это кто? А это, да, это бывший заказчик, у которого я большую партию отменил. А, да, я помню, ты в кафе рассказывал. Все в порядке? Почему он тебе руки не подал? Да просто три аккумулятора оказались бракованными. Но ты не переживай, уже все в порядке. Я во всем разберусь. Понятно. Больно? Да все нормально. Пойдем, пойдем, пойдем? Тебе уже полежать надо. Пойдем. Вот результаты экспертизы. Ознакомьтесь. К воспламенению привело скопление топлива в защите картера двигателя из-за разгерметизации топливной системы, а именно соединение между патрубком и топливным фильтром. Нарушение герметизации топливной системы. Я ничего не понимаю. Да. Соединение в системе подачи топлива было неполным. Тут либо некачественное техобслуживание, либо... Да как такое может быть? Водитель только вчера забрал машину из сервиса. А что с ней было? Да я наехал на арматуру двумя колесами. А еще какие-то неисправности были? Да нет, ничего не было. Она практически новая всего год. А у вас есть враги? Враги, что вы имеете в виду? Ну, вы сказали, что ваш водитель оказался за рулем случайно. Ну да. Я должен был отвезти дочку на занятия. Мне звонили из офиса. Нужно было сразу, срочно решить проблему. Поэтому он поехал вместо вас. Ну да. Вы думаете, что кто-то специально это построил? Меня хотят убить? Допустим. Ну, это в качестве предположения. Может быть, механик, когда менял колеса, что-то случайно там испортил. Мы допросили этого механика, Светко. Да, я знаю. Так вот, Светко заявил, что поменял только колеса и ничего больше в автомобиле не трогал. Это подтверждают его коллеги. Они работают в одном помещении. В конце рабочего дня они закончили работу и ушли все вместе. Может быть, после них кто-то пробрался и что-то там испортил. Поэтому еще раз. У вас есть враги? Насколько я знаю, смертельных врагов у меня нет. А кто мог знать, что машина в автосервисе? И что вы поедете за дочкой? Да кто знал? Водитель знал, жена знала. Не знаю, кто еще. В каких вы отношениях с женой? Мы в стадии развода. Но моя к аварии отношения не имеет, это абсолютно точно. Подумайте, ну, может, кто-то был в курсе ваших перемещений? Да нет, вряд ли. Что-то вспомнили? Нет, ничего такого. До свидания. Но Игорь ведь мог знать, что машина в автосервисе. Что я ее буду забирать и поеду за Тессей. Откуда? Ну, пару дней назад мы с тобой разговаривали по телефону на громкой связи. Игорь ведь тогда дома был? Да. И что? Ты рассказывала, что он занимается автозапчастями, хорошо разбирается в машинах. Он вполне мог договориться с этим Светко и подстроить поломку. Ревнуешь? Я люблю. Поэтому очень беспокоюсь. Думаешь, тебе может что-то угрожать из-за Игоря? Ты уверен? 100% уверенности у меня нет. Но все это очень подозрительно.
переживает Олег, с которым я тебя видела в парке? У него закончилась реабилитация. С тех пор мы не виделись. А ты куда? Как куда? На реабилитацию. Удачи. Валь, привет. Это я. Можем встретиться. Как фамилия вашего мужа? Костюхов. Игорь. Нет, я его впервые вижу. А вот этого? Тоже ваш муж? Нет, это мой. Нет, такого пациента у меня тоже не было. А я говорила тебе, что он врет. Он нарочно притворялся больным, чтобы выманивать из тебя деньги. Хорошо притворялся. А вот интересно только, куда он их тратил. Я тебе не показывала. Что это? Думаю, долговые расписки. Стоят даты и суммы, которые я ему давала. А вот интересно, откуда у него такие долги? Понятия не имею. Получается, я жила с человеком, который мне постоянно врал. Слушай, а если Петр был прав? И он действительно подстроил эту аварию, чтобы Петр погиб, и он завладел еще и его деньгами. Об этом даже страшно думать. Ну, я выясню. Как? Приплыву к стенке. Скажу, все, выкладывай. Я все знаю. Ни в коем случае. Делай вид, что ты ничего не знаешь. С ума сошла. Может, ты права. Валя, какая я дура. Просто полная дура. Майя, ты действительно дура. Валь, да и без тебя тошно. У меня первый раз в жизни была хорошая семья. Я их предала. Из-за человека, которого я, получается, вообще не знаю. Нам надо найти человека, который знает его лучше, чем ты. Ампер. Что вспомнила? Ничего, я проверю в интернете. Все, Валечка, пока. Мне надо к Тасе. Майка! На связи. Куда поедем? Ну, выбирай. Развлекательный центр или ботанический сад. Давай ботанический сад. Хорошая идея. А папа мне подарил искательные часы с GPS-трекером. GPS-трекером? Чтобы ты не потерялась? Ну да, папа объяснил. А зачем ты их снимаешь? Ну я же с тобой. Я с тобой не потеряюсь. Ну, тогда в рюкзак положи. Пристегивайся. Да? Добрый день, это Константин Глухов. Вы мне звонили? Да, это Майя, мы с вами виделись. Скажите, я вам несколько раз звонила, вы не брали трубку. Мы можем с вами встретиться? Очень важный вопрос у меня. Хорошо, через 30 минут. Возле моего офиса. А можем часа через 3-4? Нет, не могу. Я через час уезжаю из города. Причем на все выходные. Хорошо. Все, до встречи. Я буду через 30 минут. Май, поехали, садись. Малыш, прости, пожалуйста. У меня очень важное дело. Я его не могу отменить. Пожалуйста, мы с тобой обязательно в другой раз съездим. Завтра. Завтра точно поедем? Точно, точно. Вот обещаю. Точно. Угу. Прости. Хорошего дня. Игорь мне должен крупную сумму. Обещал вот-вот вернуть, а потом исчез.
На телефон он не отвечал, а адреса я не знал. Тут смотрю он. А долг это по бизнесу? Нет. Мы с Игорем играли в одном подпольном казино. Там мы познакомились. Ну и периодически друг у друга перехватывали, чтобы отыграться. Сам я играть завязал, так как жизнь шла под откос и чуть не лишился бизнеса, семьи. Вы ничего не знали? Скажите, а кому он должен и сколько? Я не знаю. Я перестал ходить до того, как он исчез. Надо спросить у завсегдатаев, может быть, кто-нибудь из них знает. Вы меня можете туда отвезти? Нет. Нет. Я туда не ногой. Могу сорваться. Так я сама могу, только, может, есть какой-то пароль, как мне туда попасть? С одним паролем вас никто не пустит. Нужна еще визитка владельца казино, Савицкого. Савицкого? Сейчас. Такая? Да. Отлично. Здравствуйте. Проходите. Прошу. Прошу. Здравствуйте. Вам фишку. Оставляете став? Нет. Вот, деточка, забирайте. Вижу, вы играете впервые. Да. Мой вам совет. Бегите из этой клоаки человеческих слабостей и пороков. Вам здесь не место. А вам? А мне... В моем возрасте уже все можно. Да как так-то? Извините. Виктор, зам управляющего банка. Вторые сутки здесь. А вы здесь всех знаете? Завсегдаты? Да, конечно. А может, знаете Игоря Конюхова? 30 лет, высокий такой брюнет. Я знаю. Он из ярых завсегдатаев в казино. Но везение не его конек. По слухам, Игорь должен Савицкому
какие-то астрономические суммы. Савицкому? Ну да, владельцу казино. Одно время Игорь куда-то пропал. И все были уверены, что Савицкий его, ну как это теперь говорят, грохнул. Он долги не прощает. Но недавно я видела Игоря здесь. Здесь. Деточка, а Игорь вам кто? Муж. А нет. Бойфренд. Савицкий. А, спасибо вам. Мне было очень приятно пообщаться. Удачи. Мне пора. Я только что на записи камеры видеонаблюдения видел твою жену. Майя была в казино? А что она там делала? Снимала кино про казино. А моя охрана все профукала. Если Майя пойдет с этим фильмом в полицию, то, как ты понимаешь, Оскара мне не дадут. А вот проблемы у меня появятся большие. Михаил Сергеевич, я... Немедленно разберись со своей бабой. Забери у нее телефон, удали видео. Убеди ее, чтобы она не стучала в полицию. Иначе за это сам ответишь. Ты понял? Я со всем разберусь. Обещаю. Ты что здесь делаешь? Есть разговор. На звонки ты не отвечаешь. Убирайся, потом поговорим. Значит, будем разговаривать здесь, чтобы соседи слышали. Ладно, только быстро. Майя вернется минут на минуту. Ты говорил, что только подпортишь электронику. А что в итоге? Водила погиб. Чего ты хочешь? Ты должен доплатить еще половину. Того, что ты мне дал. Да ты что? Денег нет. Тогда я пойду в полицию. И что? Если меня возьмут, я буду все отрицать. Улик на меня никаких нет. А тебя закроют, не сомневайся. Меня у машины никто не видел. А ты целый день вокруг нее вился. Главное, не паникуй. Деньги будут. Ну, позже. Когда? Когда-когда. Как только, так сразу. Давай, иди. Как деньги будут, я позвоню. А пока сиди тихо, понял? Понял. Но не вздумай меня кинуть. Не кину. Мы в одной лодке. Здрасте. Ты давно здесь? Ты все слышала? Я все знаю. Ты мне врал с самого начала. Ты не болен. Никакой амнезии у тебя не было. У тебя куча долгов. Ты просто игрок. И тебе деньги нужны были для того, чтобы с ними расплатиться, да? Малыш, давай спокойно во всем разберемся. Спокойно? Ты можешь вот так спокойно разговаривать? Это ты подстроил аварию, из-за тебя человек погиб. Только ты хотел, чтобы не водитель погиб, а Петр, да? Ты должен пойти в полицию и все рассказать! Да, Тася. Май, а ты видела, у тебя в машине лежит мой рюкзак? Ты видела его? Huh?
Пап, кажется, с Майей случилось что-то очень страшное. С чего ты взяла? Мне только что звонила, мы говорили, а потом она закричала, и связь прервалась, телефон выключился. Часы не беру. Телефон выключен. Я думаю, что с ней ничего страшного. Она дома, сейчас я к ней доеду. Я знаю, как ее найти. У нее в машине лежит мой рюкзак, и в нем этот, как его, крекер. Давай посмотрим. Давай. Хорошо. Что я собираюсь сделать? Ты утонешь, а я переведу все стрелки на твоего мужа. Я сделаю так, что все подозрения упадут на него. Ты же понимаешь, у меня нет выбора. Я не хочу в тюрьму. Ты меня не можешь убить. Я знаю, что ты не такой, Игорь. Ничего ты не знаешь. Я всегда мечтал о красивой жизни, чтобы много денег и ни о чем не париться. Но бизнес не шел, как бы я ни пытался. Всегда жалел, что ты не дочка олигарха. Зачем же ты тогда со мной жил? По большой, но чистой любви. В общем, я решил попытать судьбу в казино. Первый выигрыш. Я выиграл? Да. За 5 минут я поднял больше, чем за последние полгода работы. Поймал удачу за хвост. Так я думал. Но потом не заметил, как втянулся. Карту. Ни дня не мог прожить без игры. Я оказался по уши в долгах. Был только один выход. Исчезнуть. Умереть для всех. И тогда я решил инсценировать аварию. Я был уверен, я все сделал правильно. Все думают, что я мертв. Но я недооценил Савицкого. Как же твои часы, которые нашли? Часы? Я их оставил в придорожной забегаловке. Это счастливая случайность, что тот, кто их нашел, утонул. Как ты узнал, что я вышла замуж? Я увидел случайную новость в интернете. Известный бизнесмен Петр Соколов снова женится. Ты решил вернуться? Ради денег? Нет, тогда я об этом даже не думал. Я был рад, что ты хорошо устроилась. Но вскоре меня нашли. Ну что ж, мне здесь нравится. Копай, Игорек. Не надо, нет. Ну что делать? Ну что, долг ты все равно не отдашь. Оплатить по счетам надо. Ну, умоляю, ну не убивайте меня. Убивать? А разве ты для всех не мертвый? Мы просто исправляем это досадное недоразумение. Ну, я верну вам деньги. Ну, пожалуйста. Ну, я знаю, как! Знаешь, как? Да.
Продолжай. Я раскручу свою бывшую на деньги. Она вышла замуж за богатого бизнесмена Петра Соколова. Соколов? Да, да. Сокол строит. Да, да. Ладно. Но неделя. Помни, через неделю ты мне отдаешь все деньги. И помни, Горюк, на кону твоя жизнь. Ну что ж, господа, ставки сделаны, ставок больше нет. Ты бросил меня беременную с кредитом. Просто ничтожество, ты трус. Но я же вернулся. Да, чтобы из меня деньги тянуть. Малыш, мне нелегко далось это решение. Но что делать, когда твоя жизнь на кону, приходится идти на жертву? А как же врачебное исключение? Липа. Я украл эти снимки в какой-то больнице. Надел белый халат, прикинулся санитаром. Вот почему ты не хотел, чтобы я разводилась. Тебе ниоткуда деньги было бы брать. Ну, конечно! Я отдал только треть суммы. Ты просто какой-то кошмар. Я не верю в это. Ты просто, ты меня никогда не любил. Я любил тебя. Но страсть к игре заглушает все другие чувства. Тебе этого не понять. Прости, поддался сексуальному порыву. Моя ошибка. Я понял это, когда заявил о разводе. Для меня это была катастрофа. Тогда я поехал к Савицкому. Итак, план не сработал. Ну что ж, не повезло тебе, Игорек. Не повезло. Но я не ожидал, что она подаст на развод. Но я в этом не виноват, клянусь. Ну дайте отсрочку, я что-нибудь придумаю. Больше никаких отсрочек. Хотя, есть один вариант. Ты грохнешь Соколова, пока Майя с ним не развелась. Она унаследует все его деньги. И тогда ты расплатишься со мной сполна. Я даже готов подождать полгода, пока она вступит в наследство. Ну, я не убийца. Ну, это твои проблемы. Тебе больше нравится быть жертвой? Ну, это твое решение, Игорек. Думай. Думай. Понял, зачем тебе это? Соколов увел у меня жену. Хочу ему отомстить. Я подшаманил немного под капотом, чтобы во время езды у него электроника полетела. Ну, чтоб ремонт ему дорого обошелся. Не, все решат, что это я. Зачем мне проблемы? Да никто на тебя не подумает. Ты, главное, поменяй колеса у всех на виду. Главное, под капот не лезь. А потом отгони машину из бокса, как обычно. Только поставь ее так, чтобы охрана не видела. И оставь машину открытой. Договорились. А ты уверен, что никто не заподозрит? Уверен. Все будет чики-пики. Ты просто чудовище. Я чудовище? А кто в этом виноват? Ты! Какого черта ты пошла в казино? Какого черта начала под меня копать? Прости, пожалуйста. Из-за тебя я стал убийцей. И назад пути нет. Игорь, пожалуйста, никому ничего не скажи. Отпусти меня. Пожалуйста. Игорь, пожалуйста. Thank you.
Вперед. Залезай. Ну что, вы в больницу? Да-да-да, мы поедем. Нет-нет, все в порядке. Вам необходимо завтра приехать в полицию, дать показания. Хорошо. А что с казино? Мы накрыли этот шалман, Савицкий задержан. Он, конечно, надеется на адвокатов, но он вряд ли легко отделается. Дело в том, что один из игроков застрелился прямо в казино. Играл двое суток. Ну, видать, кукуха и поехала. Виктор. Что? А, ничего. Савицкому теперь грозит статья «Доведение до самоубийства». Ну, помимо всего прочего. Ну вот, все и закончилось. Ну, не совсем все закончилось. Прости меня. Поживем, увидим. Ладно, поехали домой. Тася ждет.